Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, уважаемые подписчики! Всем привет! Меня зовут Ведьмак. Продолжаем херачить Fable 3. Как обещал в предыдущей серии, сегодня мы займемся вот этим вот замечательным домом, но проблема в том, что пока ночь, мы нихера сделать не можем. Поэтому давайте выполним какой-нибудь квест. Чтобы провести как-нибудь время. Человек, который сдал достаточно. Бобу невыносима сама мысль о том, что его друг за решеткой. Скучно как-то. Давайте другое что-нибудь посмотрим. Стрельбище, нижнее белье, ловкача. Это, в смысле, настоящее нижнее белье? Или в образном смысле. Поиски кольца? Давайте попробуем поиски кольца. Может быть, это кольцо всевластия? Мы сможем захватить весь этот мир. Здорово. Так. Идиот. Я понял вас. Опять принц лезет в канализацию, чтобы вытащить обручальное кольцо какому-то дебилу. Все как обычно в этой игре. Все как обычно в этом гребаном мире. Занимаясь какой-то дичью, чтобы убить время. Блин, как в реальной жизни. Как в гребаной реальной жизни. Может, тоже себе сделать лоботомию подручными средствами, и вот как тут чувак на плакате, радоваться. Тут я, кстати, все уже обшарил, пока искал гномов. Можно было не торопиться. Вот здесь такая куча врагов, они, правда, между собой бились, что было приятно. Сейчас что-то не бьются, видимо, хоббы всех поперебили. Шел нахер. Мордастый. Хера тут этих мордастых набежало. Поэтому плевать на все. Говорит, я паркуюсь как хочу вообще. Идиот. Не знаю, куда там кастовал. Но явно идиот. Не. Понятно, он тупо игнорит дэмэдж. Понятно, парень, который игнорит дэмэдж. Будем тебя закликивать это тупо. Да. Там, по-моему, еще живой. Нет. Какое счастье. Пошел ты нахер с своим тайником, псина поганая. Как же я тебя ненавижу. Хочу на колбасу пустить, но не получается. Что, меня надамажило сейчас? Неизвестно что. Я понял. А, сейчас все это дебильно проходить. Полетели, родные. Черебонька. Да, они все еще живые. Вот это понимают, твердые ребятишки. И вообще на все плевать. Местным мобам, которые автолевельнулись под мою прокачку. Где-то здесь, видимо, кольцо будет под этим великолепным канализационным люком. Давай. Обручальное кольцо Джеймса. Любимый человек, с которым вы хотите обручиться, может... Спасибо, но не надо. Чего там базарите все? Становиться не можете, что ли? Чувак, я выпал шанс выжить. Нет, ты, блин, пытаешься докопаться до меня. Что за упыри? Что за разбойники пошли? Не дорожат своей шкурой вообще. Ублюдки. Тупые. Только за это их нужно убить. Нормальный разбойник, когда понимает, что не в его пользу все оборачивается, что делает? Убегает. А эти дебилы что делают? Стоят и орут. В стиле уби... А что, я не могу выйти, когда я не убил врагов? Классно. Классно.
Откуда вы беретесь только, хоботы? Нескончаемые просто. Неубиваемые, нескончаемые. О, они с мышами дерутся, смотри. Уже не дерутся. Так, там замечательные маги пришли, да, в гости ко мне. Вообще насрать на мои атаки, да? Вот и побежал. Оленевод. Деремыши подплыли. Все против меня. Пришлось все-таки убивать всех в этой канализации ёбаной. Несмотря на то, что я хотел заняться более интересными делами. Бесполезно. Мышам-то что от меня там? Мышам. Понимаешь, летучие мыши, которые вообще летали себе, занимались своими делами, охотились на насекомых, тут докопались до меня. На что они намекают, суки? На то, что я на месте насекомое, что ли? Все, ни одной падла летучей мыши в этом королевстве не останется после того, как я стану королем. Я прикажу их всех просто выжечь каленым железом. Так, ну шо, упырь? Подавись. Жаль, нельзя его забрать себе. А лучше, знаете, просто принеси его, показать ему и швырнуть в воду. Вот это было бы классно. And that would mean it was divine intervention that gave me an ulcer and almost cost me the woman I love and kept me from getting any sleep this week. In a universe that's at best apathetic and at worst actively sadistic, what possible point can there be in getting married? Истеричка. I hope I kept the receipt for this. Тебе удалось вернуть Джеймсу потерянное кольцо. Он будет рад. А вот Соня, похоже, не очень. Лучше бы ей, кажется, его вовсе не видеть. Ну... Почему я не могу его убить? Ну, включай. Че тебе надо, стражник? Какая попытка убийца? Пошел нахер. Он не убивается. Ты это понимаешь, быдло? Стражничьи. Ты и твои друзья все конченые. Так, что там следующий? А, да, вернуться в дом заходящего солнца. Все, он развалился. Теперь тут можно делать вещи. Я уже забыл, с чего начинал. Очень легко, на самом деле, отвлечься. Так, тут поди опять хоботы повылазят. Я тут почистил немножко, когда пришел. А, насколько я помню, нужно пойти в эту беседку сейчас и запомнить, как там стоят фигуры. А потом ночью поставить их в то же самое положение. Так, ясно. Через живую изгородь мы не ходим. Культурный человек, понимаешь? Но какой культурный человек пойдет через живую изгородь? Только мудак. Ну, это как те, кто ставят машины на газон и тротуары, ходят через живые изгороди, топчут траву, вот это вот все. Окей. Как вы тут стоите? Я что-то запомню, что ли, по-твоему? Так, это что-то как будто в штаны наложило. Такая... А, я обосралась! Окей. Мужик показывает пальцем. Это молится радостно. А этот ржет. Хорошо. Насрала в штаны, палец, молится, ржет. Хорошо, запомним. Запомним. Хотя, учитывая, что у меня есть... современные средства, например, то есть телефон, на всякий случай можно и запутать. Пока все равно не делать-то нечего, в том плане, что придется ждать сейчас ночи. На всякий случай сфотал, я, конечно, скорее всего, запомню. Ну, а теперь можно сделать какое-нибудь другое задание. Человек, так, это мы видели. Траур. Траур в Горелесье. Вдова желает посетить могилу ее усопшего. Не хочу. Скучно. Давайте человек, который знал достаточно. Пес его знает, что он там знал. Хорошего. Сейчас, наверное, на меня стражники навалятся. Ну, херня. А, это другой городок. Окей. Возможно, там эликсиры будут сейчас. Накуплю. Тык-дым, тык-дым, тык-дым.
Hi there. Да, ага. 330 эликсиров, блин. Что за отстой? Так, куда идти? Парень где-то там в низах. Бичует, видимо, на побережье. Под мостом живет. Ну реально, смотри, под мостом живет. Ты кто? Здорово. Опять кого-то убить, да что ж такое-то, ну? Yes. Мне плевать. Надо мне рассказывать историю всей своей жизни. Мне просто достаточно знать, что нужно кого-то убить. А в этой же области, да? В этом же городке. Да-да-да, смотрите, там рассказывает. Кому интересно? Почему ты думаешь, что наемному убийце интересно? Почему ты хочешь кого-то убить? Это же тупо. А, там парень за решеткой, по-моему, сидит. Это он, да? Во, да. Ты же не против, мистер Стражник? Так что, он долго умирал. Что тебе надо? Да подавись. Кстати, здесь я не был еще ни разу. А, окей. Это было туповато, но да ладно. В этом мире, как в мире реальном, деньги решают все. Убил человека, заплатил штраф. А если у тебя этих денег 10 миллионов, а штраф 270 монет, то ты можешь все. Че прилетает-то мне? Непонятно. Ненависть, видимо, мне в спину летит. Ну, это хорошо, что не плевки, потому что за плевки я бы их поубивал. Здорово, готово. Hated to do that to old Leonard, but well, cost of doing business. Мне наплевать, чувак, мне наплевать. Теперь Боб сможет творить свои мерзкие дела вместе со своими друзьями, ну кроме одного. Замечательно, замечательно. Так, ничего не стемнело, у нас еще есть возможность сделать какие-то другие вещи. Ну, допустим, нижнее белье ловкача. Да, видимо, все-таки это реально нижнее белье. Фу, гадость какая. Ты что ли от меня что-то хочешь? Рива rules. Рива rocks. I love Рива's smelly socks. I just love Рива. I adore him. He's just so great. So, oh, you know, just so, so scrummy and hot. I've got a great Рива collection. Handkerchiefs, signed books, one of his beards, a hat. Я понял тебя. We'll try to get a pair of his... Куда надо идти? В мельничное поле. Ну, естественно. Видимо... О, а, это колесо бед вонючее. Так понимаю, что к его дому бывшему надо шканделять. Куда он делся? Вот в чем вопрос. Да, к его дому. Моему дому, в смысле, а не к его. И нижнее белье его мне тут не нужно. Надо в кровати надо добежать, да? Как пить дать? Что, новые пушки, что ли, какие-то? Не, видимо, все, они встали в позу. Значит, типа, я их забрал. Больше ничего тут не выиграть. А жаль. В кровати вестима? Нет? А, тут спать можно только. Так, бухнем. Винище раздают. Что тут? Мужской ночной костюм, носки. Замечательно. Ну, пара шкафов все осталось. Мужская ночная рубашка. Да мне этих рубашек. Опа. Нифига себе. Не подумал бы никогда. Видимо, нам сюда и надо. Ну да. Фига, это он сам? Хотя, может быть, это его бабка? Да нет, это он сам. Это что, тот самый ловкач наверняка из второй части. Который бессмертный, который скармливал людей. Серьезно? Ч,
Что за кролики? Под штаники ловкача. Опа. Обычный серебряный ключ. Гондон. Дыба. Как бы кого-нибудь позвать, чтобы на дыбу разложить? Было бы круто. Может быть, кстати, поприносить кого-нибудь в жертву? Я никого в жертву не приносил давно. Так. Еще гондон. А нафига ему две кровати? Ничего не понимаю. Ладно. I am ready, так там. Это еще не настало время. Тогда возвращаемся. Где там это? Бенджамина. Извращенка. Мне в целом все равно. Главное, платит. За трусы так за трусы. Как грех на фанатах не заработать, да? Ну я такой. I'm so happy. My collection is complete. Ты нашел пару. Ну, тебе удалось раздобыть. Бенджамин просил. Слушай, ну ты же так в курсе. Ага. Хорошо. И все. Кончила и закурила. Так, давайте мы кого-нибудь пойдем принесем в жертву. Давно этим не занимался. Так, надо кого-нибудь... какую-нибудь девочку посимпатичнее. Мадам. Домохозяйка Рона. Хочешь, я тебя пощекочу? Что-то ее прям колбасит, смотри, как будто она одержимая. Нет, не хочу. Че, я не могу, да? Это что такое? Запоявляется. Я хочу ее взять за руку, я не хочу никакие одолжения делать. Почему нельзя? Тупо. Ладно. Проще тогда... Так, я смогу телепортироваться, интересно. Хер его знает. Не помню, где тут вход-то. В это подземелье страха. По-моему, проще сюда. Интересно, она со мной пойдет все-таки? Или нет? Я просто ее за руку схватил такой. А, да, смотри, пошла. Так, теперь. Еще надо придумать, куда. Пойдем. Че ты упираешься, ну? В конце-то концов. Всем нам суждено когда-нибудь где-нибудь умереть. Тебе вот сгореть на гриле жертвенности. Слушай, ну ты, блин, делаешь все сложнее. Ты понимаешь, усложняешь, это называется. Пока подыскивал фразу, забыл, что хотел сказать. Зачем ты упираешься? Ты же понимаешь, что я все равно тебя притащу. Или пинками тебя загоню туда. Какая тебе нахрен разница? Не усложняй для себя эту, вот эту ситуацию, понимаешь? Ты все равно сгоришь. А так мы будем идти гораздо дольше, ты будешь больше бояться. Это же очевидно. Гораздо проще прибежать сразу и умереть, чем вот это вот тащиться. Сапоги измажешь, вот это вот все. Ну, ты понимаешь, да? Впрочем, могу тебе рассказать какую-нибудь историю, пока мы идем. Жил-был однажды мой предок. Он был та еще сволочь и любил убивать людей. Я в него тоже уродился, понимаешь? Я тоже люблю убивать людей. И чем больше я живу на этом свете, тем больше мне нравится убивать людей. Убивать людей это прекрасно. Да что там тебе надо, ну? Пошли! Ну что ты стесняешься? Все будет плохо. В любом случае. А, какая ты нудная. Я не помню, кстати, туда иду или... Ой, блин, сейчас здесь же повылазят бичи лохматые. Может, не надо, ребят? Давайте нет. Я понял. Вы решили до меня докопаться, да?
Ни хера их там вылазит. Только бабу мою не убейте. Ой, ее тоже как... Вот суки. Ну что за мрази? Я бы даже сказал, хуи мрази, блядь. Взяли, убили женщину. Я ее так долго, терпеливо тащил сюда. Нет, каким-то хуеплетом в касках обязательно надо было докопаться и убить мою женщину. Вы говно. Вот я даже специально буду стоять и оскорблять вас. Вы, бляди тупорылые. Говноидные кости. Ваши кости даже не стоят того, чтобы их убить. Понимаете это? Вы настолько угребищные. Достаточно только для того, чтобы существуете, чтобы вы убивать себя. Вот и продолжайте в том же духе, дебилы. Гребаные упыри, а. Эх. Отвратительно. Отвратительно. Взяли, убили человека, ни за что, ни про что. Да ладно, короче, тогда. Понту. Вроде там уже ночь настала. Нет, еще не настала. Ну, тогда пойдем дальше. Искать, где вход в это гребаное подземелье. Ага, вот налево, по-моему, да? Ну, тут что так, что я так пердолить с этими людьми очень далеко и небезопасно. Я не вижу смысла, короче, даже пытаться. Поэтому сейчас добежим куда-нибудь. А теперь этот человека надо провести через всю эту дерьмо. Пешком. Еще сделать так, чтобы он не умер. Это непростая... А, кстати, нет. Это был вход не в логово тьмы, а вот сюда. Ладно, неважно. Тут уже темно, страшно. Пойдем выставлять людишек в соответствующие позы. Лягушки только квакают. Как все это светится, пипец. Так, баба в позе обосралась, стоять должна. Это не та поза. И это не та поза. Вот, да, поза обосралась. Этот показывает пальцем. Такая, нет, это не та поза. Вот это, а-ха-ха, такой. Это молится и радует. Да пошел ты нахер, гребаный пес. Когда ж ты сдохнешь уже? Только мешаешь мне всю игру. Ты сколько ж у тебя пост там, а? Все приходится проматывать. Так, это молится, а этот ржет. Да не плачет, тупорылый. И не молится. Вот так. Все, затвердел домик. С чем вас поздравляю. Теперь мы сможем в него зайти, и там внутри тоже какие-то загадки будут. Я вообще не помню, чтобы я их решал. По-моему, в первое прохождение я вообще на них забил. Вот, кстати, я говорил этой бабе, не упирайся. Все будет гораздо быстрее, чем ты думаешь. Нет, она упиралась и сдохла от каких-то гребаных пустых. А если бы не упиралась, мы бы просто не пробежали вперед. Никого не убивали, никто бы ее не тронул. Бабы дуры. Опа. И я, говорит, повесился. Здравствуйте. Вот такая тень прикольная. Хрустальный шар, я предсказываю тебе. Ты умрешь. Дверь заперта. Какой-то бюст. Мужчина. И дверь, которая заперта. А, видимо, вот эта дверь будет открыта. Дверь заперта. А, подожди, может, что-то прочитать нужно. Что-то лохомора. Then, as the house burned, I realized the note would burn too, so I wrote a second one. But when I went to place that note, I found the first one untouched. So I had to write a third one to explain all of that, which is this one. But the point is, the house is cursed by an entity of pure evil and malice. It is the stuff of nightmares. So whatever you do, do not sleep here. Да, не спи здесь.
Хорошо, как скажешь, чувак. Что-то, конечно, я устал, пойду посплю. Да. Опа, шахматы. Блин, я не люблю шахматы, я в них плохо играю. Точнее, я вообще в них не умею играть. Ну как не умею? Правила-то я знаю, но... Ну это Эрибор. Привет, ты любишь игры? О, это Честер! Я люблю, если ты любишь, может мы станем лучшими друзьями. Давай сыграем в шахматы. Честер — дружелюбный сундук. Я еще люблю убивать людей. Это так весело, правда? Да, согласен, Честер. Или мне просто придется убить всех этих милых тварюшек. Если да, то я счастлив только буду. Я не умею играть в шахматы. Ну, собственно, не настолько, чтобы провести партию успешную. Если только против такого же нуба, как я. О, боже мой, ну чё там? Е2, Е4? Ой, ну вы серьезно, что ли? Я не туда сходил, по-моему. Было, наверное, сюда поставить. Хотя нет, было бы лажа. Так. О, блин, ну это... Ну, зачем? Блин, я мог бы съесть пешку, да? Но не съел ее. Да, я не съел пешку. Очень зря, очень зря. Очень зря, зря, зря. Сейчас, наверное, те, кто шарит в шахматах, просто ржут надо мной. Какую я дичь творю. Ага, ты все-таки пошел, да? Ну, я, наверное, тогда съем пешку. Вот это вроде мне тут ничего не... Это конь. Конь меня не достанет. Слон не ходил никуда. Оп, пошло нахрен. Так. Ты мне угрожаешь. Ты мне угрожаешь. Падла угрожает мне. Так, ну это, короче, не очень хорошая ситуэйшена. От слова совсем. Так, меня съест ладья. Блин, колбасит еще Михалыч. Давайте какие-нибудь еще фигуры выводить, что ли. Я могу убить слона, но я потеряю своего слона. А так у меня, кстати, ферзь подставился, поэтому ферзя надо убирать. Это кто? Это король? Если я съем... то меня убьет конь, да? Если я съем эту пешку, то ладья. Херово, херово. 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 Так. Слона-то надо бы... Надо было сюда его выводить, да? Тогда бы я мог, наверное, что-то сделать. Окей, но в любом случае ферзя надо убирать. Куда? Вот в чем вопрос. Куда его убирать? Сюда не стоит. Сюда тоже. Плохо.
Блин, поэтому я ненавижу шахматы. Тут нужно много думать. Ходы всякие продумывать. А я в эту игру прихожу по локоть общины. Так, тут я ферзю подставлюсь. Ферзя терять неохота. Ладно, давай отступим пока что. Так, ладья пошла. Это интересно. Может, коней пора выводить, а? Или нет? Так, нам бы по-хорошему... Начать уже чуть делать, то мне скучно становится. Ага. Это я зря сделал, да? Ага. Есть такое дело. Вообще зря. Ой, ну чё же такой ламер-то? Так, вот это ты интересно сделал. А если я зарублю твоего слона? Ты его прям мне подставил, так подставил. Оп. Ой, слона. Подожди, это же этот. Конь был. Я еще и ладью под удар вывел. Мне нравится. Мне нравится. Сейчас я тебе еще и ладью схаваю, падла. Че это? Он сдался, что ли? Не понял. Типа ему не понравилось или чего? Алло, Честер. Думаю, мы можем быть самыми лучшими друзьями, но эта игра глупая. Слишком много правил, давайте поиграем в новую игру. Тебе понравится, ведь я ее сам придумаю. Назову ее «Шахматы Честера». Честер. Ой, чую, сейчас меня наваляют, а. Да-да-да, я так и думал, что они оживут. Ну, теперь уже больше Гарри Поттеровские шахматы, да? С живыми фигурами, мать их. Ну, давайте. Последние остались, нет? Куда ты? Так, теперь эти оживут, я думаю. Да, блин. Мой дорогой Честер. Что может быть лучше шахмат Честера? Теперь, когда мы с тобой самые лучшие друзья, я открою тебе секрет. Все остальные мои друзья мертвы и больше не могут играть. Обещаю, что никому не расскажешь. Теперь давай еще поиграем, Честер. Я готов. Мои портки готовы, парень. Честерфилд. Вали, дура. Пошла вон. Да ты что-то не успокоишь. Давай сразу всех выпускай, ну. Тебе нравится моя игра, да? Ну скажи, что нравится, если нет, я очень расстроюсь, потому что ты ломаешь все мои игрушки, а так самые лучшие друзья не поступают. Ничего, у меня еще есть. Давай. Все сюда. Все, что есть в печи, все на стол мечи. Надо будет встать поближе. Дорогой, самый лучший друг, тебе бы понравилось, если бы я пришел к тебе домой играть с твоими игрушками и поломал бы все до единой? Ладно, я просто шучу и люблю, когда мои игрушки ломают. Честер. Мистер Честер. Так, этого дебила надо раздолбать, а он попроще. Ты самый лучший друг из всех, которые только бывают. Поэтому я хочу тебе кое-что подарить. Мой дом. Ты можешь в нем спать или убивать кого-нибудь. Или играть в шахматы. С любовью, Честер. Ты такой милашка. Ты победил Честера в его безумных шахматах. В награду он отдал тебе дом заходящего солнца. Как-то так. Как-то так. Тут по-прежнему все горит. Замечательное место. Подожди, а что с домом этим? Все, больше ничего? А остальные комнатки чего? Не открывается?
Эй, ты же подарил мне... О. Пойдем дальше изучать это прекрасное место. О, посмотри, зеркало магическое. Сейчас мы попадем во времена, доисторические времена моего папаши, например. Опа. Смотри. Голова летающая. Погоди. Надо вот сюда встать. Ага, есть такое. Сгорелось нахрен. Отлично, что дальше? Следующая голова. Следующую дырку. В стене. Так, что у нас там еще? Да сколько ж тут голов-то, япона мать? Это не очень весело, должен признать. Прыжок. Теперь я совершенно в другой реальности. А так? Я тут видел сундук, вообще говоря, секундочку назад. Но что-то его больше нет. Досадно, досадно. Теперь тут скелеты не появляются, летающие головы. О, смотри-ка, здесь даже свинка целая, а не съеденная. А может, чтобы у меня всегда был такой дом? Красивый, а не вот тут раздолбанный. Оно гудит. Так, подожди. Дверь заперта. А, вот это та самая спальня, да? Что у вас тут есть в комодах? Украшение. Почти приключение. Какой-то маленький ребенок, походу, дела здесь сгорел. Ты Честер? Сейчас хобана сожрал мне мимик. Было бы круто. Шоколадки. Целых 5 монет. Это невероятно. А если я здесь лягу спать, то... Что будет? Ничего, наверное. Просто высплюсь. Ну, давайте попробуем. Why not? Не, ничего не произошло. Я просто выспался. Замечательное место. Собака там в слоумо что-то мутит. А если я просто выйду сейчас, то что будет? Ага, теперь это мой дом. Так и все, что ли? Чё-то как-то скучно. Это единственная загадка, все. Победи Честера, пройди сквозь зеркало, и будет тебе счастье. Это как-то не то. А эта дверь не открывается. Интересно, почему? Дверь заперта. Может быть, все-таки нам что-то можно сделать здесь? Может, еще раз к Честеру сходить? Так. Я что-то все-таки сделал. Но что? А, дверь открылась. Замечательно. Замечательно. Комоды обшариваем. А, очередное зеркало. Или чего? Не, подожди. Вон он, сундук. Стоит. Не та дверь открылась. Сейчас мы его залутаем. Какая тишина стоит в этом доме. Портрет только у бюст Юлия Цезаря. Слава Танара. Танар был древним аврарианским воином, легендарным защитником своего народа, спасшим столицу Аврору от множества опасностей, исходящих из пустыни. Туда мы, кстати, отправимся потом по сюжету в Аврору. Я так помню. Такой... Господа, позвольте, я пробью с ноги. А если мы теперь через зеркало мотнемся? В другую реальность. То там же тоже дверь, смотри. Или нет? Или она не открыта?
Дверь не открыта. Дверь заперта. А если шарик? Такие дела. И тут тоже сундук. Магия. Просто магия. Бюст-то нихера не постарел. Каким был, таким и остался. Тут тоже пуха будет. Нет, эликсир только. Жалкий эликсир. Но этот парень тоже не изменился ни капли. Ну, в общем-то, и все. Зря ты повесился, все нормально здесь. Все просто прекрасно. Может, еще пойдем поспать? Сходим в этой горящей кровати. Я считаю, что спать с горящей кровати — это прекрасно. Честер, друг мой, где же ты? Наверное, здесь ничего больше нельзя делать. Что меня, надо сказать, огорчает, но... Мы весело провели время. Я даже выиграл в шахматы у Честера. Полагаю, что... Выиграл бы у него даже ребенок, но это не важно. Надо же как-то повышать свой ЧСВ. Давайте мы, наверное, сделаем этот дом прекрасным, как раньше. То, что я жил в каком-то бомжатнике. И пойдем, соответственно, гулять. А что, куда мы пойдем? Уже пора заканчивать серию, поэтому я с вами прощаюсь. Меня зовут Ведьмак, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите смотреть еще. И всем пока.